На старт! Праздничные выходные красноярцы провели активно. На острове Татышев организовали уже традиционный забег по проекту на лыжи. Его реализуют компании «Русал» и «Н+» вместе с Федерацией лыжных гонок России для популяризации спорта. В соревнованиях мог принять участие каждый желающий, как любитель, так и профессионал, как взрослые, так и дети. Различной была только дистанция. Для мужчин – 3 километра, для женщин – 2, а для детей – 500 метров. В лыжном забеге принял участие и женсовет красноярской промплощадки «Русала». Мы пришли сюда нашим дружным женским коллективом. Мы участвуем в рамках компании уже не первый раз в мероприятиях. Вообще женщины в нашей компании очень спортивные, занимаются различными видами спорта, и поэтому мы пришли сюда на спорт, женщины нашей компании за спорт, и сегодня мы на лыжах. В 2016 году основатель «Русала» Олег Дерипаска предложил идею развивать лыжи как самый народный и доступный вид спорта. Так и зародился фестиваль на лыжи. Теперь компания поддерживает наиболее перспективных юных лыжников и инвестирует в развитие лыжной инфраструктуры. Компания «Русал» на протяжении долгих лет поддерживает наше лыжное движение. Мы здесь видели и почетных гостей, которые приезжали сюда, и олимпийские чемпионы, и поддержка лыжных трасс, и комплекты инвентаря, которые передает периодически «Русал». Владимир Мусиенко также отметил, что остров Татышев – одно из самых географически удобных мест с лыжными трассами в городе. Ездить на окраину не всегда удобно, а проехать мимо острова с работы, пробежать пару километров на лыжах и поехать дальше – то, что надо. Хоть весна уже и наступила, но спортсменов это не смущает, ведь лыжи – универсальный вид спорта. А лыжню готовили несколько раз специально для праздника. Лыжи, они в любое время хороши. Недаром и летом на лыжах ходят. Это так вот в этом плане. А для чего нам лыжи? Потому что это, наверное, один из самых массовых видов спорта, которые можно в любом регионе и в любое время проводить. И как я уже сказал, бросай все, вставай на лыжи. Фестиваль на лыжи уже прошел в Ачинске, Железногорске и Богучанском районе. Красноярский лыжный фестиваль, как и каждый год, собрал тысячи любителей зимних видов развлечений. Гости могли не только поучаствовать в забеге, но и просто взять лыжи на прокат или посетить развлекательные локации и выиграть призы. На мероприятие пришло настолько много народу, что в прокате даже закончились лыжи. Но каждый желающий мог принять участие в различных конкурсах, например, в командном забеге на игрушечных лыжах. В забеге среди женщин на настоящих лыжах первое место заняла 16-летняя спортсменка Арина Чигурина. Все участники получили медали, подарочные сертификаты, сладкие призы и памятные подарки от «Русал» и «Н+». Также волонтеры «Русала» подарили каждой девушке, пробежавшей дистанцию, веточку мимозы. Анастасия Бирюкова, Данил Мамонтов, новости ТВК.